Сон в цветах, звездах, зверушках или супергероях. Этим утром мы поговорим о простом, но для некоторых незаменимом аксессуаре – маске для сна. Может ли она сделать сон здоровым и крепким, а утро после него бодрым и энергичным? Я называю это натуральное снотворное, потому что как только ты надеваешь маску на глаза, сразу выделяется мелатонин, засыпаешь мгновенно. И я не рискую спать в маске, если нужно проснуться рано, потому что в 6 утра с маской на глазах можно не услышать будильник. Спишь очень крепко. Зато на выходных, когда можно дольше понежиться в кровати, Варвара и вся ее семья не обходятся без масок. Каждому девушка шьет с учетом вкусов и пожеланий. Моя работа была связана с перелетами, с гастролями, постоянно путешествовала. И когда я летала, ездила в автобусах, было очень тяжело спать. Нужно было отдыхать, высыпаться, но постоянно не хватало вот этой маски, которая в Европе всегда была на каждом шагу, можно было купить, а у нас не было. Мой муж помогал мне и помогает до сих пор, конечно, создавать просто дизайн на компьютере. Он на себя берет именно графическую часть, а я уже шью. Именно в длительных поездках в автобусе, поездах, на самолете маска для сна должна найти место в вашем чемодане. И тогда дневной свет или читающий при ярком освещении попутчик не помешают вам заснуть когда и где угодно. Мы, можно сказать, дневные существа, да? Ночью все люди спят. Поэтому наступление фаз сна обусловлено тем, что приходит темное время суток. И если по какой-то причине у человека не получается засыпать, я имею в виду, когда он перелетает в другой часовой поезд, это чаще всего, да, тогда вот это приспособление наиболее актуально. Поскольку, одевая маску, он имитирует наступление вечернего времени. Во время сна в темноте происходит выработка мелатонина – гормона сна, который регулирует биоритмы и укрепляет иммунитет. Маска как раз помогает обмануть наш организм и сымитировать наступление ночи. Если мы соблюдаем гигиену сна, и когда мы отходим ко сну в темное время суток, мы зашториваем хорошо окна, либо выключаем свет, если есть возможность, то маска как такова не нужна. Только в определенных условиях, когда невозможно без нее уснуть. Это не как способ лечения, это как дополнительный аксессуар. Так что маска для сна нам нужна только в тех случаях, когда приходится погружаться в царство Морфея в нестандартных условиях. При этом изделие важно выбрать из натуральных материалов и скорректировать его по размеру. Иначе пользы от маски не будет, а вот вред возможен. Помните негласное правило: как ночь проведешь, так и новое утро встретишь. Алена Чернявская, Сергей Курков. Утро. Студия хорошего настроения.